пока вратарь, защитник, ну, Зириков и Давыдов. Ну, блин, ну все, я думаю, все прекрасно понимают. От души поздравляю пацанов, Давыда, да, то есть, условно, наверное, если бы Броуки выиграли, Давыд действительно здорово, но по мне странно, да, что Нигудай, ладно, Нигудай, можно сказать, мой друг и так далее, но Саля, я считаю, ну, очень стабильно, четко, да, и грамотно все, не знаю, по мне так немножко странно, да, что пока что, как будто бы из Тудрос никого, да, пока не выиграли из Тудрос никто, да, но хотя странно, у нас есть титул, у нас есть также финал, как у Броков, да, МФЛ, как бы посмотрим, что будет дальше, но пока странно, сомнение, может, это специально, может, не знаю, что, знаешь, были бы разговоры, да, то есть, если условно выиграть, все, Тудрос, говорили, ну вот, опять Тудрос, да. Может быть, хотят, чтобы, да, кто-то другой, не знаю, то есть пока странно. Но, честно, без всякой там эти, поздравляю пацанов. Тебе не кажется, что это во многом, ну, типа, впечатление немножко смазалось из-за концовки вот в МФЛ 4? Забыли там в 1/4. Это было неожиданно. Не, имею в виду, что люди, как бы, ну, потом уже после голосования болельщиков, эксперты голосовали там. Да не, я также скажу, да, про себя, что провали сезон, да, и, наверное, кто должны получать финалисты вот сейчасшние, да, как будто, ну, это в любом случае, да, не вспоминается предыдущий МКС, можно забыть, потому что вот сейчас был турнир, до этого можно не вспоминать, да, то есть тогда делайте награду конкретного турнира, чтобы вообще бы не было вопроса. А тут делают в совокупности три турнира, понятное дело, последний самый запоминающий, это логично, да, был бы сейчас последний МКС, все бы говорили, Тудрос молодцы выиграли. Ну, то тогда и делайте награду как конкретного турнира. Вы делаете награду всех турниров, тогда вспоминайте и все турниры. Понятное дело, ну, на слуху будут, конечно, конечные, и тут спору ноль, да. Но тогда, если мы берем конечный результат, а где игроки Титана в номинациях, если это конечный результат, правильно? То есть тут все так как-то странно, сомнительно, не знаю. То есть, в любом случае, на вкус и цвет, я скажу, да. Кто выиграли, молодцы. В любом случае, я думаю, кто бы не выиграл, всегда были вопросы. Даже если бы выиграли игроки Тудрос, были вопросы, что все ясно, все понятно, любят все Тудрос. Не выиграли Тудрос, вопросы, да, почему не выиграли Тудрос. То есть тут, как бы, мне кажется, такой середины тяжело найти баланса, чтобы всем угодить.